душі проявляється в поступках. Мужчина становится нежным, предупредительным, начинает лучше учиться или работать, следит за своей внешностью, он томится в усти, улыбается, ликует. Все это должно найти в себе обобщенное выражение, должно проявиться в каком-нибудь локальном образе, и оно действительно вырастает и воплощается в музыку. Слово и музыка. Вот обобщение цветения человеческой души. Это все можно отнести к следующему произведению. История написания его романтична. Песня была посвящена женщине, в которую автор, познакомившись в поезде, влюбился безответно, поскольку она была замужем. Конечно же, получила отказ, но вскоре на офицерском собрании, на балу в этом офицерском собрании, он преподнес ей подарок, написанный им вальс. И весь доход от этого произведения направил в пользу общества. Вот такая романтическая история, она здесь называется «Амурские волны». Прещен, величала и война.